Здравствуйте. Да. Мама Айленка с Мариной, Россия Мадаги, и компания Макфа. Наверное, помесотите чуть-чуть до следа помесотите. Вы, наверное, догадались. Машина, да. Вы стали нашим победителем. Вам же я вас поздравляю. Спасибо. Машина вам вручит 20 июля. 20 июля. А вам это сначала участвуете? Спасибо. Да, да, расплак. А как регистрировали, через сайт? И мне вот или смс-ки отправляли? Мне смс-ки отправила. Вот. Смс-ки полезно было. Сколько раз отправила смс-ку? А вы водите машину? У вас да, есть у меня права есть, но я не водила. Да, теперь будет. Ну, ваша машина. Поздравляйте маму. Сегодня у вас удачный день. Давайте там мыться, хоть и мне так это сейчас хорошо. Вот всем я хвалю. Я макарон, Макфа все время хорошая. Мы вот макарон по-флотски делаем, макарон по-лоу делаем. Там Макфа, я вот мука Макфа используем, гречка там хорошая. Я другой макарон мы дома не используем. Все время Макфа, уже 20 лет. Я вот каждый раз, который я сообщение отправила, бисмилла рахмон рахим. Аллах, вот видите, мне вот такое это дала, вот подарок дала. Если честно будете работать, честно будете это говорить, а это Аллах дает, да. Это все это, хамас Аллах дыши, да. Сын только что позвонил, говорит, ну что, мама, у меня уже сердце тук-тук делает, что это? Я говорю, еще нет и не... Я машину хотела. Новая машина, говорит, новая машина. Она хозяйка, она имеет права. Кому дать, кому не дать. На свадьбу будете приглашать, она будет приезжать, будет вас катать.